Ну, с Вовиком приехали в лес попробовать... За грибами. За грибами. Я, кстати, завали Захарова нашел один строчок. Строчок. Короче, сейчас с Вовой попробуем что-нибудь покопать. В этом году травы пока нет. Сейчас здесь походим по полянкам, по этим. Пока надо с Вовой выпить по чуть-чуть, по лайту. Мы сегодня не собирались пить, короче. Сегодня хотели вдвоем ехать. Да, ну получилось так, что мы не поехали. Ой, не поехали. Ну и погода, в принципе, то, что дождик прошел. Да вот и закончился. Погода и не захотелось, чтобы ехать. Видишь, да, сейчас получше стало. Ну да. Сейчас ехать, наоборот, ехать хотелось. Так что так вот. У тебя перчатки-то есть? А я не люблю в перчатках. Ну вот Вова сигнал какой-то показал, хоть раз копануть попробовать, да, Вова? Ну да. Давай попробуем. Нашел сразу? Ну что-то ржавое. Ну-ка дай-ка. Нету. Ну ржавое что-то было. Ну да. Червячки даже есть, да? Что такое вот это вот? Камень, по-моему, но... На, посвети. Посветить? Посвети. Вот. Вот. Выкопали что-то. Пинпондер? Вот здесь где-то, вот. Вон, не гвоздь? Гвоздь. О, гвоздь. Сука. Ну-ка, покажи-ка его на камеру. Вот из-за такого гвоздя пришлось только копать, короче. Вот это самое, что хуёво в этом деле, когда такая хуйня попадается, короче, блядь. Ладно, идем дальше. Вот какая-то наша третья находка. Подкову мы не сняли, там еще полуподковую мы выкопали. Какая-то железка, блядь, что закрученная. Ага. А можешь, короче, такой этот осколок, нахуй. Ну, может быть, да. Ну, ложи в пакет его. Проверь здесь еще. Все, нету. Вот так вот. Пакет, блин. Я говорю, почему рюкзак? Не знаю, почему не забыли с тобой, блядь. Потому едем, что в пакете, да, можно потерять все это. Ну пакет у тебя не дырявый. Рюкзак не дырявый. Не, ну смотри-ка, мы уже железки-то от гвоздик нашли, еще сигнали, значит, что-то есть. Кабель, блядь. А мы тут с миноискателем ходим. О, блядь, цвет мед, блядь, зазвенело. Да нет, арматура. Или цвет. Арматура. Да. Ладно, пошли отсюда ткать. Вот он, копай. Я пока пиво глотну. Ага. Ой. Вот так вот мы с Вовой копаем металлолом, блядь. Огород. Хрен с лопаты затащишь, да? Ага. Не хочешь, погодка, ничего такая вроде настроилась. Покупали металлоискатель. Чисто из того, что бабушка рассказала одну историю, что в лугах жили очень богатые люди, их сожгли, и там у них где-то золото спрятано, закопано было. Только за эту историю мы купили его. А бабушка померла и в итоге так и не рассказала, где и чего. А я помню, где-то мы с Саней Горячевым то там ходили, там патроны-то собирали, даже без миноискателя в детстве, давай, короче. Ищи. Давай. Пробуем. Не глубоко. Как его включить? Все, один раз нажался. Дай. Давай с той стороны. Давай. Лопаты надо снимай. Да. Ай, а я пинподер-то не включил, бля, ёб твою мать. Ой. Давай его попиркую.
Давай перевернем. Давай. Он включенный? Чувствительно сейчас побольше поставил. О! Что-то он... А, это на сапоги у меня она звенит. Блядь! У меня сапоги с металлом, бля, может у меня мозги... Здесь-то нет. Давай. Ну, убирай. Сейчас, подожди. Видишь, у меня сапоги. Ага. Нашел, блядь, какие сапоги. Ага. Надел только сапоги. Пилика, то пилика сидит. Сапоги с металлом. Блядь. О, нашли с Вованчиком гильзу. Какая-то сплющенная вся вон. Вот такая. Ладно, находка тоже. Так что как-то так у нас, Вовой. Так, просто ходим. Пиво пьем. Пиво же скучно пить, короче, дома. На природе-то, короче, веселее. Наша тачка-то стоит там, блядь, не утащили. Это всяко веселее, чем в огороде копошиться. Да, нашу тачку-то не украли. Я что-то ее не вижу. Да мы услышали бы. Так я, может... А, вон, нет, стоит он там. Это лучше, чем в огороде. Угу. Ну ладно, копаем дальше. Так вон еще кусок от нее. Да, подкова. Подкова? Вон свой подкова. Вторую часть нашли половинку. Причем там было поле. Там в поле нашли половинку. Ну это какая-то... С клепками, ну вообще подкова. А это что? А что не сигналит на эту почему? А почему не сигналит-то? Это ж металл же. Ну. Металл же, да это? Нет. Это земля такая. Нормально, блядь. Ну-ка. Все, больше нету ничего. Нету больше ничего. Я одну не помог. Чего здесь вторая часть подкова делает? Да. Одну, ну, потом мы их... Ой, блядь. Мы сравним потом. Она, не она, короче. Ну, нашли с Вованчиком такой еще гвоздик. И рябчик сам на себя летит. Да, надо было лопатой его. Видно там все, да. Вот, да? Снимает. Вот такой гвоздь. Бля, короче, всякая хуйня у нас попадается. Да. Ладно, едем дальше. Нам надо как-то где-то хоть какие-то, блядь, окопы, хуёпы, блядь. Ну, значит, поедем сейчас куда-нибудь дальше, блядь. Блядь. Ну вот, два кусочка подковы у нас. Мы думали, это одна подкова и та же. Нет, это разные подковы. Одна побольше, другая. Они вообще отличаются. Угу. Угу. Ну, такие подковки. Ладно, поедем с Вовой куда-нибудь туда в лес сейчас прокатимся. Может, поедем посмотрим сейчас грибов с ним на чищенник. Пока пивка глотнем и поедем дальше. Маленько застряли с Вовой. О, Вова на ходу уже даже запрыгнул. Бля, здесь вода-то есть. Нельзя, но я... О, воды здесь сколько, блин. И я не взял. Потому что у меня пояса нету. Так давай в пакет другой теперь возьмем. Пиво туда положим. Может, грибов что-то собираем, блядь. А я такой голову поворачиваю. Вон какие грибочки. Бля, толстенькие. Вот. Толстенькие, да. Так давай нас сейчас заглушим, может, здесь походим. Может, грибов сейчас нажарим в казане, блядь.
Ну, очищенники тоже там точно есть. Я туда, что мы туда едем. Ну, нам, мы туда не доедем, нам пешком придется идти. Ну почему то? Ваши-то ходили, блядь, в лесу-то. Они вот больше на вырубку. Вон еще, Вова, вон. Во. Во. Да. О. Это строчки. Это строчки, да. Вон и вон три штучки. Давай. Блядь, ну извини, сейчас грибницы. Ну, ничего уже страшного. Мы нож не взяли, извините. Да, я тоже нож не взял. Ну ты, я на тебя понадеялся, потому что ты возьмешь. У меня нету этих поясов. Давай еще здесь так покружимся. Здесь наберем пакет. Ну. Да? О, а я, блядь, мимо хотел пройти. Ай, блядь! Ладно. Ага, вон какие. Вон еще тут, блин, ё-моё. Где? Вон здесь. Ну таких я не вижу, они спрятаны. Ты еще скажешь, что забираю те, которые сами прыгают. Вон банки зато, вон одна банка лежит, вон еще банка лежит. Банка? А вон я нашел гриб. Вон маленький. Нет, а вон еще таких ничегошни. Банку берем. Можно на первой ехать. Пойдем пешком. Бери, ты, бери пиво, короче. Потом обратно, да, поедем? Да. Там мы проедем. Слушай, наверное, короче, не будем искать, пойдем грибы посмотрим, наверное. Да, слушай, у нас все равно, как всегда, ничего деленного не находится. Тем более, местные уже давно все выбрали. Бери пакет. Ну ладно, ну вот. Короче, у нас камера то снимает, то не снимает, когда надо, не надо. Это как его? Вот, доехали до такого... Как сказать, блядь, нахуй? До лужи, нахуй, которую нам не преодолеть. Короче, мотоблок здесь оставили, пойдем. Купим нормальные колеса, будет... Да, колеса нормальные купим, будет нормально. Сейчас пойдем на чищенник, до чищенника дойдем, на чищеннике посмотрим еще грибов. И нас сейчас мы с Вовой прямо будем отваривать их в казане, наверное, блин. Да, ну сливать неудобно. Ну, а, у меня можно кастрюлю поставить на печку, блядь. А, потом мангал. А потом мангал, да. Казан. Казан. Ну, жарить будем с луком. С луком будем пожарим, блядь. Наверное, погода влияет. Наверное, да, что у нас, блядь, вообще-то. Так. Ну, в принципе, блядь, сегодня погода вообще, ветра нету, вообще заебись. Никак было вчера, блядь. Ну, с Вованчиком идем по лесу, блядь.
Охуенно, блядь. Не, хорошо, что я сегодня не уехал, блядь. Я тоже. Ну. Я тоже собирался. А мы, короче, я вот так на борту сижу, на краю. А я не, блядь, у меня камера не снимала. Короче, и там камень-то был под водой. Угу. На камень наезжает прицеп, он подпрыгивает. И я вот так вот задом хуяк в эту лужу, короче. Только ноги кверху, блин. Бля, было прикольно. Жалко, тогда никто не снимал, да? Да. Короче, шли-шли с Вованчиком. Я такую поляночку нашел. Вон тут сколько их сморчков. Теперь точно нам хватит. Сейчас собираем и уходим. Сморчки, строчки. Строчки, да. Кстати, даже и лучше их чистить. Ну. Блять, сука, с грибницей. Да и хер с ней. На, забери обратно. Вот здесь с морозом мы и находили их, да, вот я помню, вон его, вот, вот. Я знаю, что там, я поэтому, я по-большому увидел, короче, блин. Главное не наступить. Ну, вон, о, здесь сколько их, еще много-то. Ё-моё. Теперь точно хватит. Теперь точно хватит, да. Как бы до этого хватало, ну. Ну. У нас тут тоже сыр. Да. Так мы сейчас на одном месте здесь насобираем, блядь. О, какой здоровый. Фига себе. Опа. Ничего, смотри, все собрали. А будет потом в корзину пересыпать, ага. И зафоткать. Да. А то мы как-то это, в пакетиках. Прошли еще? Я сейчас сказал, там еще, я тебе показывал. Ну. А я поэтому по-большому увидел, только большой заметил я, и видишь, сразу... Во! Это мы мимо шли, короче, них. Мы сразу на большой бежали. Вот, это сейчас здоровенный. Вот этого я не видел, бля. И ножка такая толстая. Офигеть. Круто. Ну, здесь можно покрутиться, там есть что-то свое. Еще здоровый нашел какой сморчок. Вау, вот это да. Вон, Вов, иди сюда. Вон еще два тут. Че пока собираю, куда мне их ложить то блин? Собирали, блядь, стоит только попробовать, блядь. Ага. Если честно, они больше всех мне нравятся. Нихера мы тут набрали с тобой. Там пакет такой, блядь. Там еще такой пакет у нас лежит в мотоблоке, блин. Сейчас походим. Ну да, а что? Как будто за грибами. Да как бы за грибами. Ну. Вон еще, смотри, Вов. Прям на дереве, короче, растут. Под листьями. А здесь смотри, на дереве, блядь. О. Угу. О, все с дерева усеяно. Так я тебе говорю, говорю, смотри, на дереве, говорю, блин. И под деревом. И под деревом. И на дереве. На дереве почище должно быть. Ну, маленькие не бери, короче. Ну, они же чистые. Ну, вот такие, да. Да. Вон, слева тебе, справа точнее. Угу. Это мне не достать. Он еще один. Да, место хорошее. Ага. Он еще. Блин, какую-то сырость любит. Вон, Вова, иди, смотри. А, вижу, да. Вот, ты даже прошел. Да? Там двух рук, блядь, собираю. Вот.
Вот так вот мы собираем грибы. Ну вот, набрали с Вовой столько грибов, короче, получается. Вот. Сейчас, короче, чашку принесу, будем их мыть там. Или в тазике даже мыть надо, я не знаю. Ну, в тазике, наверное. Ну вот, мы уже, ну вот, мы с Вовой уже грибы промыли в воде раза три. И сейчас у меня с кастрюлей... О, грибами запахло. Угу. Сейчас мы их варим, короче. Сейчас они закипят, мы их проварим 15 минут, опять сольем, еще раз будем варить, короче. Вова решил какую-то штучку достать. Вова достал ее, молодец. Не в духу яди, смотри. Они уже... О. Прям что-то... Все. Да подожди. Так, а здесь у нас, короче, лук репчатый, лук зеленый, укроп тоже добавим, короче, и картошку там вареную принесу. Здесь перец. Ну, ой, не перец. Вареная картошка, это вообще в самом конце. Да. Хотя можно и это, она. Что-то мы на сухую как-то, Вова. А вот мы с ним вдвоем. А. Ладно, будем дальше готовить грибы. Ну вот, грибы закипели. Сейчас мы с Вовой их проварим, короче. Минут 10-15. Сольем и опять еще раз, и второй раз поставим, чтобы они еще раз прокипели, короче. Бля, надо на крышку одевать. Что-то перестали кипеть, блядь. Ой. Вот так вот, наверное, вот. Чтоб жару больше было. Дым хуярит, как с тепловоза. Он хуярит. Его углей закидывает туда. Да, когда так у нас. Видишь, может, печка улетит. Ну, кипит понемножку, да. Вот такая дымовая завеса, короче, блин. Вообще просто пипец. Я не знаю, камера передает или нет. Не особо так. Не особо, как на натуре, блин. Соседи уже там дымище, блин. Там соседи бедные. Это мы второй раз с Вовой хотим, чтобы грибы у нас закипели. А потом еще нам еще их в казане. Ну вот. Мы варили с Вовой, блядь. Эти грибы 2 часа, вам покажи, они дымятся. Сейчас, короче... Их было раза в 4 больше. Да. Короче, сейчас вот лучок обжариваем, потом грибы сюда и картошку, блядь. Потом и зеленью всех тут долбанем, блядь. Ой, короче, ужас. Мы уже с Вовой, блядь, просто, блядь, слюной обошлись все. Пока эти грибы, мы короче, уже просто устали. Устали просто, да. Ничего не делавши. Мы шурпу и то как-то быстрее делали. Ну, как-то процесс весь проходил как-то. Это да. Готовилась-то она тоже долго, но хоть все интересно. А смотри, как за ней по-другому температура, да, действует, короче? Да. Не как кастрюлю в этой, блин. Ну, на газу у нас быстро закипело. Да, ну... В принципе, знаешь, что можно? И картошку сейчас закинуть, картошкой, а грибы уже потом. Чтоб... Да грибы тоже кидаем. Я просто думал, картошку золотистую сделать, не? Да. Грибы-то у нас... Ну? Кидай грибы. Давай. Показывай. Кидаем грибы сюда, короче. Нам кончится все посолить, но ничего не солим. О, даже осталась соринка. Да, солится. Все, вместе солить будем? Ну, мы закинем, да, уже будем солить уже потом. Ну, так что это происходит у нас. Порчание. Картошку, наверное, сразу тоже закинем. Давай, кидай. У нас она с морковкой, блядь. Сейчас зелень. Грибами.
Его вон, сейчас... картошки нынче. Его вот сейчас будет зелень резать, короче. Знаешь, него, мне кажется. Ну да, кстати, она впитала все. Вот у нее хрена себе маленькая. Сали. Она соль еще не впитала, сейчас нормально питается, потом еще добавим еще. Морковку тоже закинули, что не пропадала она. Как говорится, когда спонтанно все накидываешь, вкуснее получается. Давай зеленушку режь и будем кидать зеленушку подать. Ну вот, теперь мы с Вовой закидываем зеленушку, короче, давай, Вова. Получаются такие грибы. Да. До целого казана тут я не знаю, сколько грибов-то надо собрать. Конечно. Вкусно.